Вот они теперь говорят, что вот пусть приходят другие депутаты и пусть работают более активно. Понятно, что когда они избирались депутатами, были одни законы, был один бюджет. Сейчас, последние 2 года, бюджет совершенно изменился, поэтому они уже, вот, ну, скажем так, своих каких-то таких вот обязанностей, вот, что они исполняли, они говорят, что да, мы теперь не можем.